Вы на канале «Английский. Структурный метод изучения». Структурный метод изучения английского языка с Натальей Алексеевной Анисимовой научит вас самостоятельно составлять предложения любой сложности и в дальнейшем бегло разговаривать на английском языке. В восьмом уроке рассматривается структура «ты бы хотела» плюс глагол в первой форме. Мы сегодня учим правильный глагол «to ask», который переводится «спрашивать», «задавать вопрос», «просить», «просить разрешения», «куда-то кого-то пригласить», «назначать цену». Но для упрощения мы будем переводить «to ask» просто «спрашивать». Итак, «to ask», «asked», «asked», «asking», «to give», «gave», «given», «giving», «to show», «showed», «shown», «showing». Переведем эти четыре формы. «To ask» – спрашивать. «Asked» – что сделал, что сделала. «Спросил», «спросил», «спросили». «Asked» – спрошенный, спрашиваемый. «Asking» – спрашивая, спрашивающий. To give, gave, given, giving. To give – давать. Gave – что сделал вчера. Дал, дала, дали. Какой? Данный. Даваемый. Giving – давая, дающий, который дает. To show, showed, shown, showing. To show – показывать. Showed – показал, показала, показали. Shown – показываемый, показанный. Showing – показывая, показывающий, который показывает. Повторим то, что мы выучили. To be, was, were, been. To look, looked, looked. To do, did, done. To sit, sat, sat. To take, took, taken. To learn, learnt, learned. To win, won, won. To eat, ate, eaten. To drink, drank, drunk. To break, broke, broken. To have, had, had. To write, wrote, written. To build, built, built. To read, read, read. To buy, bought, bought. To catch, caught, caught. Сегодня мы рассматриваем вопросительную структуру «ты бы хотела», «вы бы хотели», «ты бы хотел». Для начала рассмотрим утвердительное предложение. «Я бы хотела», «мне бы хотелось». I would like. Сокращенно в разговорной речи I'd like. Как вы видите, слово would сокращается. W-O-U-L пропадают. И вместо этих букв мы пишем апостроф на письме. А в разговорной речи говорим I'd like. Мне бы хотелось. И добавляем первую форму с частицей to. Например, мне бы хотелось почитать. I'd like to read. Мне бы хотелось написать письмо. I'd like to write a letter. Но мы составляем структуру. Вы бы хотели, вам бы хотелось, ты бы хотел, ты бы хотела. Вот эти три предложения в английском переводятся. Would you like? Как вы заметили, в вопросительном предложении would мы поставили на первое место. А потом идет подлежащее. You. Ты, вы. Would you like? Вам бы хотелось. И прибавляем глагол в первой форме с частицей to. Буква V обозначает слово verb, что есть глагол. А теперь устно составим предложение. После каждого предложения с переводом будет небольшая пауза. Для того, чтобы вы повторили.
Анечка, пожалуйста, повторяй тоже. Вы бы хотели спросить с меня что-то? Would you like to ask me something? Вы бы хотели дать мне что-то? Would you like to give me something? Вы бы хотели показать мне что-то? Would you like to show me something? Вы бы хотели быть врачом? Would you like to be a doctor? Вы бы хотели посмотреть на мое новое платье? Would you like to look at my new dress? Вы бы хотели сделать мое домашнее задание? Would you like to do my homework? Вы бы хотели сесть вон там? Would you like to sit over there? Would you like to sit over there? Вы бы хотели дать мне книжку? Would you like to give me a book? Вы бы хотели взять эту книжку? Would you like to take this book? Вы бы хотели выучить правила? Would you like to learn a rule? Вы бы хотели выиграть кубок? Would you like to win a cup? Вы бы хотели что-то съесть? Would you like to eat something? Вы бы хотели что-то выпить? Would you like to drink something? Вы бы хотели что-то разбить? Would you like to break something? Вы бы хотели иметь что-то новенькое? Would you like to have something new? Вы бы хотели написать мне письмо? Would you like to write me a letter? Вы бы хотели построить новый дом? Would you like to build a new house? Вы бы хотели прочитать новую книжку? Would you like to read a new book? Вы бы хотели купить новое платье? Would you like to buy a new dress? Вы бы хотели поймать моего попугая? Would you like to catch my parrot? Повторяем. I would like. Мне бы хотелось. Я бы хотел. Я бы хотела. В разговорном варианте чаще всего I'd like. Но если вам трудно произносить I'd like, вы можете произносить I would like. Вопрос. Тебе бы хотелось что-то сделать? Would you like? И прибавляем первую форму глагола с частицей to.